Ребята, всем привет! В этом видео я вам расскажу о новом событии, где вы сможете получить постоянный костюм, фрагменты купонов, серебро и много другой годноты. Это событие будет доступно уже 21 числа, и на данный момент разработчики выпустили трейлер, ребятки, к этому событию. Сейчас вы увидите трейлер, ну а после этого мы с вами сделаем детальный обзор этого трейлера. Вот такой вот трейлер, ребятки. Впервые у нас такое, что выходит трейлер к событию. Событие, как вы видели, будет называться «Весенний праздник», «Весенняя тусовка». Не знаю, почему так. В общем, в чем суть? Вам нужно находить во время игры вот такие вот мешочки, да? Из этих мешочков после переработки, да, видите, у вас в инвентаре можно переработать, вы будете получать фрагменты. Ну а с помощью этих фрагментов вы уже сможете собрать фонарь китайский, вот этот, который вы видите слева, да, и потом вы уже получите награды за то, что вы собрали этот фонарь или лампу, называйте как хотите. И награды, причем, будут разные. То есть там, я так предполагаю, за первый уровень, да, вы получите 500 серебра и 5 вот этих купонов, которые дают популярность, там 200, если не ошибаюсь, очков популярности. Второй фонарик выдает 20 серебра и временный скин на парашют. Третий фонарик, там у нас ящик припасов и временный скин на самолет. Ну и четвертый фонарик, то, что нас больше всего интересует, постоянный костюм, то есть верх и низ костюма, а также классический купон, ребятки. Но помимо самого события, да, с наградами, я в этом трейлере заметил еще один немаловажный момент, ребятки. Здесь вы далее увидите персонажей, как они бегают, одетые в этих костюмах. И, во-первых, будет жест показан, который будет у нас в рулетке, которая уже вышла на корейской версии. Там есть даже анимированная борода у персонажа, которую можно выбить из рулетки. Но, помимо этого, если видите слева, посмотрите, есть костюмчик, который дается бесплатно на сервере Сингапур. И причем он держит в руках те самые фонари, за которые выдаются эти костюмы. Поэтому я думаю, ну, я надеюсь на то, что, может быть, нам и костюмчик завезут, ребята, к этим праздникам, я имею в виду китайскому Новому году. В принципе, не так много осталось. Также, ребят, не забудьте посмотреть видос о секретном бункере, который есть на карте Рангель 2.0. Это предыдущий видос на канале. На этом видео заканчивается. Если оно вам понравилось, поставьте лайк. Если оно вам не понравилось, поставьте дизлайк. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие видосы. Ну и, само собой, нажмите на колокольчик. Ну а с вами был Дрим. Всем топ-1.